1 октября многофункциональный центр Ненецкого автономного округа возобновил свою работу в штатном режиме без предварительной записи для посетителей. Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в округе, офисы «Мои документы» продолжают работать в обычном режиме. Многофункциональные центры возобновили работу в прежнем режиме с 1 октября. Во время первой волны пандемии COVID-19 прием осуществлялся по предварительной записи и ограниченному перечню услуг. В связи с ограничительными мерами, конечно, у нас произошел спад заявителей, но за 9 месяцев порядка 2020 года, это порядка 60 тысяч у нас обращений было, из них мы оказали 37 тысяч услуг. Это, наверное, процентов на 30 меньше, чем с таким же периодом прошлого года. Не успев отработать полный месяц в штатном режиме в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, МФЦ вынужден с 19 октября перевести на удаленную работу порядка 30% штатной численности сотрудников руководящего состава. Один из работающих в сельском филиале МФЦ старше 60 лет отправлен на самоизоляцию. Если летом мы более-менее справлялись, то наступлением осени, конечно же, количество звонков, количество заявителей кратно увеличилось, и люди, в принципе, не могли записаться на три недели вперед уже. Поэтому было принято решение все-таки с 1 октября перейти на обычный режим. Сейчас, вы видите, сейчас мы как-то стабилизировали обстановку. Первая неделя, вторая неделя октября у нас, конечно, было много народу, практически в два с небольшим раза увеличилось количество заявителей по сравнению с предварительной записью, что приходили. Сейчас немножко стабилизировали обстановку. В помещении МФЦ непрерывно работает регулятор воздуха. Также при входе посетителям обрабатывают руки дезинфицирующим средством и измеряют температуру. В МФЦ действует масочный режим. А для жителей региона 60+, организовано выездное обслуживание. Для граждан старше 60 лет у нас оказывается выездное обслуживание специалистами нашего учреждения. Для того, чтобы специалист нашего отдела подъехал на дом гражданину, необходимо обратиться в наш колл-центр по телефону 219-10 и подать заявление на выезд. Можно по любой услуге гражданам старше 60 лет. В настоящее время вызов специалиста на дом – самая популярная услуга многофункционального центра. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».